С баней у меня знакомство всю мою сознательную жизнь. И поэтому баня — это не просто слово, но это целая традиция, это целая культура, которой я был приобщен еще с самого раннего детства. А культура, истинная культура русской бани связана напрямую с чистотой, с здоровьем тела, здоровьем, естественно, духа. Вся моя жизнь связана с искусством и строительством, скажем так, изготовления, создания печей. Это искусство в той же мере, что и музыка, поэзия, литература, коей я занимаюсь. Поэтому я бы сказал, что я себя не вижу в отрыве от печного дела, так же, как не вижу себя в отрыве от музыкального дела. Самая главная цель – то, чтобы создавать по-настоящему правильные, удобные, самое главное, получение всех тех режимов, о которых мы говорим, печи. Привет, друзья, с вами Белый Алексей.